Ивановский губернатор Михаил Мень возглавляет рейтинг информационной открытости среди глав субъектов Российской Федерации. Рейтинг основывается на материалах СМИ, в которых упоминание о главе региона содержит полезную информацию для той или иной аудитории. Во многом на результаты рейтинга повлияло выступление Михаила Меня с призывом собрать средства на покупку архива Андрея Тарковского. Кроме того, на фоне остальных наш губернатор выделяется высокой активностью в социальных сетях. В частности, в Твиттере за год он опубликовал более 3500 записей. Вместе с Михаилом Менем в тройку самых информационно открытых губернаторов попали главы Вологодской и Магаданской областей.